Я курицу возьму, кушай. А я это возьму. Все. Ну, деньги есть. Я не хочу, чтобы ты один платил. Какие? Вот это давай, вот это тут. А, вот так, да? Да. Ты вот сюда смотри, чтобы мясо было вот это мраморное. Понял. Это жировая прожилка, она будет вот такой. Угу. Шашлык будет охуенный. Понял. Я в Одессе работал как с армянским рестораном, он умер. Они умерли вообще. 1450. Я даю. Ага. Возьмите. Сейчас я, ребят, 550 сейчас. Игорь, ну не, возьмешь курицу. Возьмешь курицу, пожалуйста. Все, ребят, ну давай это. Ага, давай я тогда возьму курицу и замаренную лучок и зелень возьму. И я сейчас поеду развезу, мне надо срочно три магазина развести. Хорошо. Вот. И я тебя наберу. Да. И мы с тобой встретимся, и дома у меня это все замаринуем, сделаем красиво. Все. И снимем на камеру. Ах, ты молодец. Губами бери только. А, ты молодец. Умница моя. Бери. Тузик, на. Да ты хоть жуй, босик. Ну надо жевать, а не ковтать. Это перловка или гречка? Не, это гречка, гречка, рис. Гречка, рис и да. Желудок замороженный. И желудок, да, замороженный. Даю им, чтобы они его не глотали, а жевали. Молочали. Вот, сейчас я им дам. У каждого своя миска. Это Тузику. Это Босику. Сейчас мы им дадим. Босику первому надо, потому что он потом ревнует. Если, не дай бог, Тузику первому. Угу. Понял? Потому что Тузик как же меньший. Ну да. Понял? Тут у них своя эпопея, как говорят. Они, я вот эту кашу, Игорь, я ее сам люблю. Вот это, мамка говорит, что ты будешь есть собачью кашу, а я, она мне нравится. Я когда приехал, еще тут была туго, у нас этого всего, ну, каши на пайки давали очень много. У нас там целая комната была забита. Говорят, что плохо кормят, вот. По 8 банок это скумбрии давали в масле. Обалдеть. Да. Босик, да. Иди кушать. Иди, Босик, да. Да есть такие люди, которые всегда жалуются. Да, им все, сколько не дают. Есть такие, что жалуются всю жизнь. Давай, иди сюда. Сколько им не дай, всегда им мало. Я поэтому... Тузику туда ставлю, бо босс может сожрать его виску, а потом свою. А, вот так вот даже? Да, я его тут прячу, чтобы Тузик там хавал. Потому что босс такой сожрет все, понял? И... Босс красавец, молодец. Это Дима будку ему построил, когда он был еще щенком. Просто Дима не ожидал, что босс вырастет так. Ну да, нам же подарили кокачка, а вырос медведик. Кушает так аккуратно. Молодец, молодец, друг. Вот это морда. Да. Этого тогда... дружка на улице, да, подобрал? Да, на дороге. На перебитого. Дороге. Лежал весь, орал. Тузик. Молодец. Я им почему даю мороженое? Потому что они, вот если дашь им, они чав-чав накидали и все, потом вот такие спят. Угу. А так, когда даешь, он жует. Угу. Понимаешь? Он пережевывает пищу. И вообще я вот, вот даже видел про собак, которые санки тягают. Вот угу. Это хаски, читал. Да, эти. Ну да, вот эти все породы, что тягаются. Им оказывается, зимой даже дают 200 грамм мяса мороженое. Да, да, да. Так я вот это так делаю, там говядину возьму, заморожу, особенно летом. Говядину он любит, грудину, где вот эта сахарная косточка, вообще он теряется. А вот такой, говорят, собаки. Вот таким укидишь, он не будет тут есть. Он выберет место, где травка, угу. Возьмет мясо, положит на травку, оближет этот весь мусор, а потом только будет жевать его. Вот это вот тибет этот. Говорят, у тебя собака, я говорю, нет.
Это у меня друг, это не собака. Да. Он такой у меня классный вообще. Игорь, я когда приехал, я его так вот, он сел, и я его сел и обнял. У него слезы потекли. Обалдеть. Понял, я вот так смотрю, я не пойму, что у меня мокро. Я его лицо так поворачиваю, он плачет. Он рад был, что я, ну, да, как конечно, бы приехал. И он это любит нос свой сюда мне подмышку засунуть. И вот это нюхает, как я пахну. Угу. И вот это вообще вот так. Я не пойму, что оно мокрое. Я его беру, лицо отодвигаю, а у него слезы из глаз. Он думал, что мы уже не встретимся. Да ну ты что? Он такое пережил, бедненький, тут что. Ой, я представляю, конечно. Ну, да. Ну его это Ванька говорит, это русский солдат полюбил. Говорит, ту шутка его кормил. Говорит, ну тут эта шутка по всему двору была. Банки тягал. Здорово. Это чудо, да. Знаешь, я говорю, мы когда с ним встретились, я первый раз увидел у него слезы. Я увидел у лошадей слезы настоящие. Да, да, да. У собак никогда не видел. Вот у него я увидел. Смотри, да. Он плачет. Вот. У меня у самого тогда слезы из глаз. Он думал, что мы уже не увидимся. Потому что меня долго не было, полгода. Да. Ну вот так. Ну ладно, пусть они хавают, пойдем. Ого, это казан такой у Димы. Да, будем его делать печку под него красивую, чтобы готовить борщ. Казан на 140 литров. Сколько стоил? За 4000 рублей. Обалдеть. Так это копейки. Это не ржавейки. Конечно, копейки. На 5 литров стоит 4,5. Обалдеть. На 8 литров, так это алюминиевые. А это на 140 литров, это, понял, с тестомешалки. Он с нержавейки, с тройки сделал. У меня уже такой один был, и печь под него была. Я делал сам. Приветствую, друзья. Сегодня мы с Демьяном были с утра на рынке «Космос». Взяли хорошее мясо. Вы сами все видели. Демьян будет его мариновать для шашлыка. Сейчас заточим ножичек, чтобы не испортить кусочки. Шашлык мы будем делать профессиональный. Вот такое мясо вы взяли офигенное. Вот такое вот дышит, то, что мраморное. Вот такое еще взяли на ребрышке вкусное. Все, он такой мраморное, сочное. Обалденно. Шашлык будет хороший. Режем вот такими кусочками. Не маленькими, чтобы вот было именно бомба, сказка. Такой кусочек съешь, да. И все, можно. Брат, мы будем, понимаешь, брат, мы будем делать профессиональное мясо, вот мрамор, да, угу. С жировой прослоечкой специально мы выбрали его такое, потому что это шашлык будет, на для этот шашлык, тоже, поверьте, да. Мне, на него даже на этот шашлык не надо зубы, на него как только на брачную ночь надо только губы будет, все, больше ничего, только губы, потому что Демянчик сделает конфету. Сейчас мы снимем отсюда пленочку. Пленку обязательно снимать надо. Во-первых, она не мешает тогда шашлыку жариться. Это раз. И во-вторых, у нее будет вид очень красивый со стороны ребра. А если эту пленку оставить, она зажаривается и быстро сгорает. И вид тогда получается горелый, и оно не очень красиво. Ну, я вам советую как бы снимать, а вы, конечно, делайте как хотите. Такое мяско вообще класс. Угу, бомба сочно. Вообще, просто бомбочка. Кусочки будем делать вот такие вот, на ребрышки, чтобы вот так ребрышком взял, в сок макнул и вот так прям губами, вот так прям губами его кушаешь. Все там. Свининка у нас готова. Сейчас подготовим курицу. Вот такие вот бедра. Я их заранее вымачиваю, чтобы не было крови там на них. Курица домашняя? Да. Курица домашняя и очень при том хорошая, вкусная. Сейчас она чуть-чуть сюда мы ее сбросим, чтобы она стекла. Курицу я всегда вымачиваю. О, знаешь, какой будет шашлык. Угу. В соус пакаешь и так кушаешь. Это вообще песня. Обалдеть. Да. Сейчас он чуть
еще чуть-чуть. Шашлык этот. Вот тебе казалось, да, там вот обычный, да, кусок мяса. Угу. Да, но вот есть такая тонкость одна. Вот если взять это же мясо и с него вырезать косточку, или вот этот кусок мяса, угу, и с него вырезать косточку и жарить, мясо таким вкусным не будет. Вот казалось бы, почему, да? На кости жаришь, оно сочное, угу, а без косточки жаришь, оно сухое. Вот одна часть, как сказать, тела, да? А вот так получается. Интересно. Да. Специи, да? Соль и специи. Ну, тут специи, да, только три вида перца и соль. Все, угу, больше я ничего не использую, никаких там... В собственном соку получается, да? Да. Солнце, лук, да, будет же, правильно? Ну, лучок будет, да, и, конечно, и чуть-чуть там. Куски больших надо хорошо солить, не соли как бы... Не жалеть. Да, да? Потому что мясо большие, куски его надо хорошо так... Просаливать, чтобы он... Аромат специй такой повеял. Да. Приятно. Я всегда вот так, когда посолил, всегда делаю мясу массаж. Массаж его надо так легонечко отбить. Угу. Отбить, отбить. И как только оно начнет липнуть, липнуть. О, это уже значит отлично. Угу. Ты кайфуешь от процесса. Это самое главное. Это да. Мне даже так кое-кто и говорят, ну ты как у Болгала, это все. Ты вроде тут, а тебя нет. Ты весь говорит, в мясе. Да, мясо надо вот так вот и почувствовать, чтобы оно соединилось. Правильно, как женщину, да? Да. Вот если ты так потроешь, вот так аккуратно рукой. Вот оно такое. Нет, не буду. Оно такое прям уже вот тянется. Вот так похлюпать надо, как по жопе. Потом переворачиваем на другую сторону. Так вот тут и другую сторону также хорошо. И тоже такой массаж нужен обязательно. Без массажа мясо в кастрюлю ложить не рекомендую. Его надо почувствовать. Все. Так, первый процесс у нас прошел замечательно, переходим ко второму. Это томатный сок? Да, немножко, да, угу. Но так чуть-чуть, много не надо. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, да? Да, совсем капельку. Берем цибулю. Цибульку не надо, там как все делают там на мясорубке. Просто тупо вот так вот, вот, вот так вот порубал ее, да. Не надо там издеваться. А, любой класс. Продукт, соединяющийся с солью, он дает свой сок.
Вот это ты его шинкуешь, класс. Да. Скорость. Техника. Это как бы не скорость, это такой детский садик. Как бы. Так вот. Нож хороший еще. Ну да, это даже детские. Угу. Когда-то продали казан плова, заработали 15 штук. Я думаю, куплю себе ножики хорошие. Угу. Лучок посолить надо обязательно. Все, и мясо укладываем на дно красиво, чтоб так было. А, будешь слоями, потом снова сверху, да? Ну да. Лучок. Да, будем так укладывать его, чтоб он был. Угу. Офигенно. Вот так. Слушай, тебе нужно открывать свой ресторан, хотя бы кафе какое-то. Да нужно, Игорь, ну видишь, оно... Я бы, очередь... свое время, я думаю. Я бы, конечно, очень хотел свой ресторан, очень. У меня прям вот, ну... Это твое, это душа ж лежит, я вижу. Да. Класс. Вау. Весь будешь лук этот использовать? Да. Ну, у нас мясо ж сколько. Угу. Не, лук, когда хороший шашлык, лучше не жалеть, как бы. Угу. Ну, как бы и много сильно не надо. Ну, жалеть тоже, как бы. Слушай, ну, тут, как бы, мне кажется, уже много. Так, тоже чуть-чуть этот лучок надо посолить. Ну такая доля поварская. Угу. В маринаде, когда мясо маринуется, бедро, вот этой косточкой кверху надо всегда ложить. Угу. Просто кто не знает, надо не вот так ложить его, а угу. именно вот так надо ложить, косточкой угу. кверху. Почему именно так, это вы поймете потом, когда будете готовить в процессе. Вот такие будем бедра делать куриные. Угу. С домашней курицы офигенные. Я, честно говоря, ну, когда нету такого, я с курицы, ну, у нас очень все любят. Вот именно с этого, с бедра. Слушай, ну, мы много мяса, по-моему, взяли. И хорошо, по куску мы съедим, по куску там, поскольку домой возьмем, родителям и родным, и то я думаю, что... Ну, я два съем куска, это ну, точно. Ну, конечно, по парочке, то, это точно бы, уйдут. Ну, как бы, это ж бы не то, что там просто посидели. А в процессе то все свежий воздух, чаек еще по кусочку, да, мяса. Да. И это будет бомба, ну, как бы. Тем более на море все идет очень. Хорошо. Да, очень хорошо идет все. Многие говорят, что там надо сок лить. Не надо никакой сок. Почему? Ну, чистый сок. Во-первых, его мало будет. А во-вторых, так мясо лучше будет мариноваться. Угу. Его потом и от мяса лучше отбирать. Потому что бывает, через мясорубку пропускаешь там сок. Лук остается, а потом, когда мясо жаришь, угу. он это горит. Угу. Горит. И мясо красивым не будет. Угу. То есть на выходе... На подаче и мясо красивее не будет. А нам надо сделать, чтобы он не только был вкусный, угу. чтобы он еще был очень красивый. Очень красивый, чтобы можно было аж фотографироваться. Так и будем делать. Устроим фотосессию на пляже с мясом. Конечно. Я с Чехии, когда уезжал, с девочкой там, ну, встречался. Угу. Иринка.
Я говорю, Ира, я уеду, и неизвестно, встретимся мы еще, не встретимся. Я говорю, я хочу тебе на память оставить хороший день. Ну, да, мы поехали на карьер, там глубокий, 25 метров карьер. Угу. И он находится посреди леса. Угу. Я говорю, я тебе сделаю настоящий шашлык, чтобы у тебя в памяти что-то осталось хорошее, прекрасное. После тебя, да. Она это что, я шашлыка не ела? Ага. Я говорю, я скажу тебе больше, я тебе его даже научу кушать. Потому что люди даже не знают, как его кушать надо. Я тебе честно говорю. Да, я тебе люди верю. Люди думают, что шашлык, это сидишь вот вилочкой, пиляешь ножиком по этому. Ты просто возьмешь и покажешь нам, как правильно кушать шашлык. Видишь, я его посолил, растрепал. Вот. И так соком сейчас польем его. Так вот. Вот этот лучок чуть-чуть столько перемешаю. Ну, давить его не надо. Как сколько там... по времени хотя бы минимум какой должен? Да я утром мочу, а в обед уже жарю. Нема проблем. Отлично. Ну, все люди думают вообще, а я открою вам одну такую тайну, которую я понял в процессе. Все люди думают, что весь секрет это в маринадах. Угу. Но я вам скажу, это все до жопы. Маринад это равносильно как... платье на человеке. Если человек гнилой и некрасивый, его никакое платье не украсит. Верно. А если человек хороший, то его, он и в лохмотьях смотрится великим человеком. Согласен. 100%. Поэтому от начала нужно уметь выбрать хорошее мясо. Если мясо будет хорошее, там домашнее, красивое, мягенькое, ароматное, угу. то и шашлык будет хороший. А если мясо ты выбирать не умеешь, то ничего, никакие маринады из плохого мяса хороший шашлык не сделают. Это точно. И это надо только хорошее мясо. Мы пробовали, дядя Витя такой был покойный, мастер по сварке, по нержавейке, друг мой. Он тоже был специалист по шашлыку. И мы с ним пришли к тому мнению, что маринады все неплохие. Мы их перепробовали, не знаю, наверное, рецептов 200, Игорь. Да, ну мы так на протяжении 2 лет вот тупо собирались каждые выходные и тупо ну, мариновали мясо, просто вот изучая там эти маринады. Но если мясо хорошее, ну любой шашлык будет хороший. Если мясо плохое, то как ты его не замаринуй, это все фигня. Никакие специи его не приукрасят, ничего это не сделает. Вот так вот, друзья. Надо только хорошее мясо. И, ну и пропорция, и минимум там чего-то. А там все ж люди любят разные. Кто-то любит в уксусе, кто-то любит с яблоками, в ну просто с яблоками мариновать. Кто-то там в кефире, кто-то в майонезе, кто-то вообще там в молоке маринует. Ну все по-разному. Кто в вине маринует. Там рецептов очень много. Кто-то, грузины, допустим, вообще его не маринуют. Они вот одевают его, прямо на мангале солят и прям тут жарят. Грузины так делают. Ну, у грузинов мясо невкусное. Я тебе честно говорю. Не пробовал. Во-первых, грузинское мясо невкусное. Они у них там бегают в горах, как у то бараны. И оно все жесткое и такое. Самое вкусное мясо это украинское, наше вот тут. Там, где есть яблоки, там, где есть ассортимент твердой этих зерновых. Этих культур, там кукуруза, пшеничка, там овес. Чтоб яблоки были там в рационе, арбузы у свиней. Ну, самое вкусное мясо это у нас на Украине. Во-первых, оно не бегает, оно вот именно в базу живет, свинка там. И ты ее кормишь там хорошим, вкусненьким там, тем там. А грузинское мясо, оно не вкусное, то, что там горят, вот там... Так думаю, я ел и видел, ну это вообще его зубами не уживешь. А шашлык нужно кушать губами. Вот мы будем его кушать губами. Шашлык. Да. Хорошо. Маринад готов. Мясо накрываем. Оставляем на 2-3 часа минимум, да? Да. Больше едим. Итак, друзья. Мы уже подготовили мясо, оставили его на несколько часов мариноваться. И в следующем видео вы увидите его приготовление мастером Демьяном. Да, я вам скажу больше, что это будет мастер-класс профессионального шашлыка. Да, и мы все это будем делать на пляже. Да. Надеемся, погода не подведет.
Да. Всем мира и добра. До скорой встречи. Да, счастья, здоровья и всего только самого хорошего. Пока. Пока.